Те, кто пришли на конкурс Эргене в ЦК «Патриот», в полной мере смогли познакомиться с национальной мордовской культурой. Ульяновские педагоги и воспитатели провели мастер-классы по рисованию национальных узоров и конструированию кукол из бумаги. Также гостей и участников конкурса познакомили с мордовской кухней. Это как бы одно из многих мероприятий, которые напоминают жителям Ульяновской области других национальностей о национальности мордва. Вот мы показываем все свои лучшие качества здесь на сцене. Особенно это удается детишкам. Вы сами понимаете, дети – это наше все. Творческий конкурс прошел в формате концерта. В нем приняли участие более 106 ребят с разных уголков Ульяновской области. Возраст от 6 до 15 лет. И всем участникам конкурса мы говорим «Шумбрат», что переводится «Здравствуйте», «Располагайтесь», «Показывайте свои таланты». Сегодня собрались различные коллективы детские с муниципальных образований области, более чем с 10 муниципальных образований. Приняли участие в концерте и малыши, воспитанники детских садов показали творческие номера под руководством педагогов. Наш коллектив называется «Маленькие звездочки». Сегодня мы выступаем на конкурсе с песней «Кавтутюрат». Сегодня в коллективе у нас всего 10 человек. Сегодня выступает 6 человек. 3 девочки, 3 мальчика. Я как солист запеваю, они хором поддерживают меня. Выступления у ребят получились зажигательные и яркие. Мордовские народные песни и танцы не оставили равнодушным ни одного зрителя. Участники Эргени соревновались в трех номинациях – хореография, вокал и театральное искусство. По итогам конкурса в каждой номинации определили по 3 победителя. Отдельные коллективы были удостоены гран-при. Юлия Руднева, Марат Мигдеев, Улправда ТВ.